Мониторинг достройки проблемных объектов в Ульяновске ведется ежедневно. Все под личным контролем губернатора. В микрорайоне Юго-Западной работа кипит. К завершению приближается строительство 31-го дома. Его обещают сдать в начале сентября. Сразу видно, что работы ведутся активно. Дом готовится к сдаче. Спасибо правительству нашего города, губернатору Сергею Ивановичу Морозову, Тюрину Андрею Сергеевичу, что приложили большие силы для сдачи нашего дома. Надеемся увидеть нашу сдачу нашего дома 6-10 сентября. Следующие по плану дома номер 37 и 46. На площадках идут работы по внутренней отделке. В малоэтажном доме номер 46 укладывают кровлю и фасад. На их достройку в областном бюджете этого года выделено 93 миллиона рублей. Мы будем закладывать в бюджет 2021 года 154 миллиона, чтобы окончательно эту проблему уже решить во всех микрорайонах города Ульяновска. Поэтому тем, кто попал в эту ситуацию, нужно отнестись с пониманием, что государство их не бросило. Глава региона напомнил, что в ближайшее время необходимо выделить первую часть средств в размере 10 миллионов рублей на достройку 35-го дома. В целом на этот дом направят 30 миллионов. Опережающее финансирование позволит начать фасадные и кровельные работы. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.